особо мы каких-то таких не строим, надежды, справедливости не ждем, поскольку все эти судебные заседания, как правило, проходят сегодня под копирку. Их приговоры, они известны, они всего лишь на бумаге. Народ с этим не согласен категорично. Куралага, arkadaşlarımız, aramızda tanış olmasak bile yeni maksadımız, niyetimiz, arzumuz bu. Жалоба была направлена мной вынуждена, потому как на протяжении более 10 месяцев, как мой муж Мирусинов Ильшатович содержится незаконно в следственном изоляторе номер 1, мне и моим несовершеннолетним детям ни разу не было предоставлено свидание, которое мне гарантировано действующим законодательством. Согласно действующему законодательству, близкие родственники подозреваемого имеют право на 2 свидания в месяц. Однако, несмотря на это, и суды, и прокуратура, и следствие систематично нарушают данный закон в унисон, отказывая регулярно в данных свиданиях. На протяжении всего этого времени мною неоднократно были направлены заявления в УСТСБ о предоставлении свидания, и только лишь на 3 заявления из большого количества мне пришел отрицательный ответ. Все остальные заявления по неизвестным мне причинам рассмотрены не были. Данная жалоба на сегодняшний день отклонена, и хочу сказать, что данное отклонение этой жалобы является следствием, даже доказательством того, что действительно те дела, которые возбуждаются в отношении крымских татар-мусульман по так называемому делу Хизб-ут-Тахрир, являются политически мотивированными. Потому как отказ в просьбе о свиданиях является на самом деле давлением на семьи, давлением на подозреваемых, на наших мужей, на наших братьев, на сыновей этого народа. Сәсім әбушілерімізге саулық берсін, күш күжет берсін. Амин. Бұларын аналарына, бабаларына, апайларына, қар бабаларына, әпсіне, сөз топларына Аллах сабыр берсін, күш күжет берсін. Иншалла біздің халқымызға, біздің міндетімізге келедеді. Оле алтын дебір күбі, оле сербесілік дебір, заманлар бізге насып етсін. Амин.